Здравствуйте, товарищи! Потерпевший от отравления 5.5 игры World of Tanks Blitzkrieg. Почему потерпевший? Потому что вспомните, когда вы в последний раз на втором уровне техники уходили в минус. Когда? Мы никогда. Я думаю, вы тоже. Если только не применяли золотые снаряды. Золотые снаряды. Вот. Топовая комплектация. Крусадер. МК-2. Круизер. Ладно. Круизер, крусадер, засадер. Текила. Вот. Вот такой вот малец. Подвел нас. Под монастырь. Обанкротил. Изверг. Здесь и не потратить золотые снаряды. Невозможно. Но тем не менее. Вот это вот мы не применяем. Видите? Не применяем вообще. Никогда. Ни на какой технике. Вот что произошло. Кстати, если у вас нет танков 5-го уровня, то вы не сможете показывать бои. Реплеев нет. Чтоб вы знали. Потому что бои такие здесь, что их лучше не показывать. Бои с роботами. Битвы роботов смотрели? Вот это то же самое. Двое на двое. Играем. Вот два игрока. Человека. Это мы. И вот тоже два игрока. Вот у них заслуги есть. Перед отечеством. Хан Ван Тай. 92-го года рождения. И Зуфар Галимов. Привет, Зуфар. Вот. А все остальные роботы. Вот это роботы. А, видите? Эти. Стабильный игрок. 5 звезд. Как коньяк. А вот Зуфар Галимов. Тоже стабильный игрок. 3 звезды. Почему 3 звезды? Почему там 5 звезд? Потому что это роботы. Это робот. Вот. Тик-тик-тик-тик-тик. Ни хрена. Вот. Тик-тик-тик. За дураков держит игроков. Видите? Зачем это делать, я не знаю. Знаю, конечно. Вот на МС-1 или что-то там. У всех. Знак классности, мастер. Вот здесь второй степень. А там мастер 99% игроков. Лучше, чем у 99% игроков за неделю на этой технике показатели. Больше опыта. Сработали за бой.
естественно, потому что против роботов играешь. Перегробишь 5 роботов. Уже легче. А мы кого перегробили? Зуфара Галимова и этого. Хан Ван Тая. Мы угробили. Это хорошо. Игроков угробили. А это робот. И это робот, и это. Как увидите, на нижнем уровне в команде... Ну, здесь нет. А, вот. 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 2015 год. Это что такое? Год его рождения, что ли? Или год, когда он заступил на службу в игру Blitz. Крик. World of Tanks. Ужас. Ужас какой. Ну, трехлетний ребятенок. Или ветеран все-таки. 0 побед у него. 3 года играет, 0 побед. Это нормально. Не, ну может это, конечно, все официально. Может быть. А это лидер наш уничтожил. Вот у лидера все ясно. 2018. Начал играть в 2018 году. А этот начал в 2015 году. Красная альфа. А. Может быть, это все на форуме официальном говорят, да, вы играете с роботами, все в порядке, не волнуйтесь. Это чтобы вам облегчить жизнь. В тренировочном боях. Как начинается, когда с этого игра. Там, по-моему, вообще все роботы. Кроме тебя. Зато ты такой герой. Ну что это делается? Что повлечь? Шулеры всегда так делают в карты, когда играют. Дают несколько раз выиграть. А потом ты должен дать отыграться. И обчищают тебя до нитки. Точно такой же прием применяется здесь. Точно такой же. Зачем изобретать велосипед, если и самокат работает надежно? Видите, что творят? С детьми! В общем, вот будем заходить сюда, на сервер азиатский, и открывать контейнер. Может быть, о чудо, нам попадет какой-нибудь танк. Вот Черчилль, например. Или Т-25. Да. У них нормальная доходность. Но это еще нужно проверять. Так что подождем. Обзоров типа топ самых доходных танков Blitz of... А, нет. World of Tanks. Blitz. Крик. Такой уж крик. Натюральный. Так что... Всё. С ветками развития. Хыть. Покончено. Я не собираюсь играть, если бой будет приносить только убытки. Мне это не надо. У меня нет комплексов. Я
Хочу платить за победу. Платить за бесплатную игру тоже не собираюсь. Так что буду халявные контейнеры вскрывать. Там иногда серебряники дают. Да. Надо так. Отменить несчастных игроков, которые не собираются платить. И только премиум поиграть можно. Премиум танки доходность сохранили. При премиуме вы не уйдете в минус. Ля-ля-ля. Идите вы лесом. С вашими победами, с вашими финалами Твистер Кубка. Идите вы. А дальше? Вот на другом аккаунте у нас есть мордодер. Там мы и поиграем. А с этим все кончено. Мордодер нормальная доходность. Хоть он и голубенький, а не желтенький, то есть золотой. Не премиум, а коллекционный. Мордодер. Даже хорошо, что мы не получили могильщика. Наверное, у него доходность такая же, как у этого Франкенштанка. То есть никакой. Потому что у него уровень 7. Чем больше уровень, тем больше расходов. В долговую яму вас загоняют. Не играйте в эту игру. Не играйте. Дети, не играйте. Лучше учитесь. Лучше учитесь, будете безработными. Всем спасибо за внимание. Следующий выпуск будет посвящен героическим сражениям, не побоюсь этого слова, на полях World of Tanks Blitzkrieg. Героическим. А, на мордодёре. Мордодёр. Да, кстати, душечка, ясно, солнышко наше, Черчилль, Конкариер сохранила вроде бы свою доходность. Или не очень потеряла. Это я вам по секрету говорю. У нее и так-то была хорошая. Но теперь она перешла в разряд коллекционных. Коллекционных. Черчилль Ганкарьер. Замечательная британская самоходка. Самоходная артиллерийская установка 7 уровня. А она убрана из дерева. Убрана она. Вот здесь она была. Вот так. Оп. И вот здесь. Между АТ-8 и Черчилль-7. Черчилль-Ганкарьер. Такая прелесть была. Хорошо, что мы ее успели
оставить у себя в этом, в ангаре. И она поглубела, стала этой, как ее. Ну, потом я покажу. Потом смотрите следующие выпуски. Лайкайте их, комментируйте. Плодитесь и размножайтесь, дети мои. Расшаривайте это все. И что там еще? Добавляйте эти в плейлисты. А что еще-то? Что там? Самое главное — это поделиться в соцсетях, а остальное все эти лайки, анлайки нахрен не нужны никому. Нет, кому-то нужны, мне не нужны. Комментарии тоже не нужны. Ютубу нужны. Ютубу нужны. Лайки нужны. Комментарии. Чем больше, тем лучше. Мне не нужны. Ютуб мне не платит. Поэтому мне не важно, сколько просмотров, сколько подписчиков, сколько это самое, лайков и лайков. Меня это не беспокоит. А по большому счету, я же для себя это все снимаю. Хотя вы не имеете права смотреть свое видео. Дурь какая-то. Я не могу посмотреть свое видео. Но я-то могу. Меня не монетизирован. Не монетизирован у меня канал. Видео не монетизируется. Поэтому могу смотреть свое видео сколько угодно, наверное. Но с другой стороны, обвинят, что я накручиваю просмотры. И закроют канал. Да, господи, ничего хорошего я от них не жду, от Ютуба. Рано или поздно все равно закроют. Если не пользуешься каналом, закроют. Если чего-то не понравится, закроют. Тем более, что я уже окупил 1000 раз содержание моих видео у них на серверах. Потому что они рекламу показывают в моем видео, но мне деньги за это не платят. Еще каждая сволочь норовит заявить о своих правах на звук в моем видео. Теперь из звука только мой голос. И тот не не настоящий. Вот. Ладно, пойду снимать. Снимать пойду все. Все сниму и все. Это как его. Повтор буду записывать. Реплейчики. С мордодером. Все, пока.